Дарэчы, спрышыніцца да багацця бялынінскай зямлі ёсць магчымасць і зараз. У Магілёўскай выставачнай зале адкрылася выстава Ларысы Журавовіч, члена Саюза мастакоў Беларусі. Яе называюць адной з самых яскравых мастакоў сучаснай Беларусі. Ларыса Журавовіч – прадстаўніца знакамітай бялынінскай мастацкай школы, пачынальнікам якой стаў Вітольд Бялынінскі-Біруля. Картины мастачки пераважна натюрморты и пейзажи, якія апавядаюць селянский побыт. Праз звычайныя речи выводить формулу простого счастья. Як говорить сама мастачка, вельми важно не бояться быть звычайным, не бояться говорить про простые, обвешенные истины. Толчком всегда к работе – это любовь. Вот что ты любишь по-настоящему, то тебе и хочется сделать. К чему душа лежит, да? Тогда это и получается как-то эмоционально, и, может быть, искренне, и интересно другим, какое-то сочувствие находит.